как же классно приезжать в гости. А приезжать в гости к своему давнему товарищу, человеку, который никогда не стоит на месте и постоянно развивается сам и развивает свой бизнес, приятнее вдвойне. Я прилетел в город Краснодар по приглашению нашего партнера, официального дилера техники CF Moto в Южном федеральном округе. Это мотокомпания «Форсаж». В том году они открыли новый салон в Геленджике. У компании «Форсаж» работает площадка CF Moto Experience. Они участники такого проекта, как CF Moto Travel. И вот сегодня, 24 июля 2022 года, они открывают второй мотосалон в городе Краснодар. Генеральный директор группы компаний «Грант» Тигран Петросян – это человек с огромным гостеприимством, светлой головой, который участвует во всех наших проектах. Группа компаний «Грант» практически с первого дня нахождения техники CF Moto в России, а это уже более 15 лет, является нашим партнером. Это очень классно, что есть такие дилеры, есть такие люди, которые не боятся трудностей, которые с оптимизмом смотрят в будущее, и это будущее на самом деле доказывает, что оно действительно светлое. А теперь мое фирменное. Всем привет, и это CF Moto Life. Все развитие этих салонов происходит благодаря тому, что мой отец Тигран Петросян во многом дает эту возможность, поддерживает всегда и старается всячески масштабировать этот бизнес. На самом деле без этого человека бы не было здесь ничего. Давайте поаплодируем, пожалуйста, пап. Я тебя очень люблю.